Город живет, начинают работать предприниматели. Но все-таки я хотел бы попросить еще несколько дней, пока наша мужественная героическая армия ведет бои и постепенно вытесняет агрессора, российского агрессора с территории Харьковской области. Поэтому хотел бы обратиться, конечно, к предпринимателям, к нашим людям, которые покинули город Харьков, еще набраться немного терпения, подождать, и как только будет полная безопасность, я имею в виду обстрелы с земли, потому что все можно ожидать от российского агрессора, это нанесение ракетных ударов, бомбардировок с воздуха, но тем не менее, еще несколько дней, конечно, я хотел бы, чтобы уже сегодня люди строили планы, бизнес строил планы о том, что возвращаться в город Харьков.